Только завод перейдет в нашу собственность. Вы спокойно можете уехать к себе назад в Лондон. Я так не могу понять. А почему я должна отдать вам завод бесплатно? А я вам постараюсь на продаже объяснить. Вы бюджетные деньги взяли? Да и глаза не видно. Естественно, ваш муж. Мы завод огнетушителей, наверное. Мы завод огнетушителей. А банкротили? Загасили? Да. Мы завод огнетушителей, а банкротили. Загасили. Предлагаю ваш завод взять и... Загасить? Да. А мне какая-то... О! Узнаю предпринимательскую жилку по вашему. Ну, во-первых, вы избавитесь от этого завода. Во-вторых, вы можете после этого уехать на все четыре стороны. Причем за небольшую компенсацию. Вот это аргумент. Вы знаете, у меня ощущение, прям, что я родина крутая. А это ведь дорогого стоит, да? Не продаете, а отдаете в надежные руки. Мне кажется, это нашли свою жизнь. Хорошо.